Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Это видео по буксу, как они себя называют, инвестиционный букс BizInvest. Значит, здесь я работаю без вложений, вернее, работала без вложений. Вот, так, рекламка моя. Вот, и вывод я делала здесь тоже без вложений. Значит, ну я так закинула рублей 20 вроде, я уже не помню. Значит, и хочу я его проверить в этом году на вывод, так как в наступившем году я еще вывод не делала. А закинула сюда 20 рублей, и сейчас вот бухгалтерия, учет. Я соберу прибыль. Но мне эта прибыль как бы из 20 рублей ни о чем. Так как самая такая жирненькая прибыль идет с просмотра реклам. Так, сейчас я соберу. Вот сюда нажму. Загрузится. Так, собрать и обменять. Все, я собрала прибыль свою. Так, опускаюсь ниже. Вот у меня 36.17. Так. Я здесь в основном работаю на вот просмотр рекламы. Здесь они советуют установить расширение. Я сначала его установила. Мне не понравилось. Потом я его удалила. И просматриваю вот вручную как бы рекламку. Ну вот у меня на балансе 36.17. Я хочу поставить на вывод. Так, заказать выплату. Так. Выбираю платежную систему Payeer. Так. Ну, Payeer у меня уже стоит тут, как бы по умолчанию. Уже забито. Вот я здесь выводила 2.91. 2 рубля я обменивала, потом последний раз я выводила 10.73. Сейчас у меня 36.17. 35.83. Должна получить. Нажимаю выплатить. Так, выплачено. Так. Ок. Сейчас перейдем на почту и посмотрим вывод. Так, Payeer 35.82. Ну, открывайся ты. Свистнет вкладок миллион. Так, вот. Плюс 35.82. 15.01. Комментарий выплата. Мой логин. Без инвест. Ну что, букс платит, пережил Новый год. Все замечательно. Кому интересно, пользуйтесь без вложений. Ничего сюда не вкладывая. Дает выводить. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.